Их служба и опасна, и трудна. Но, несмотря на такую тяжелую профессию, женщины-полицейские не лишены обаяния, представить которое становится возможным на конкурсе красоты и профессионального мастерства «Мисс Полиция». Обычно подготовка начинается за несколько месяцев до финального шоу. Обязательным мероприятием традиционно является фотосессия. Сейчас в нашей студии проходит фотосессия. Наша цель – создать картинку мирового уровня. Девчонок мы представляем в той коллекции, которая будет в финале. Из этой фотосессии будет сделана фотовыставка, которую гости конкурса могут увидеть прямо в фойе, когда придут на наше мероприятие. Работа на съемочной площадке – коллективное творчество. Очень важны взаимодействия фотографа, визажиста и, конечно же, самих участниц. Определили общее направление, увидели коллекцию, увидели девушек, сопоставили образы коллекции и образы девушек, наложили друг на друга и, скажем так, создали вот этот волшебный итог, который у нас сегодня получится, и я думаю, что вы даже частично его увидите. Для меня это, наверное, все-таки какое-то саморазвитие, то есть ради собственного интереса. Нас здесь делают более женственными. Ну, в первую очередь я хочу раскрыть себя. Конкурсанткам предстоит не только поразить жюри своими талантами, но и обойти соперниц в профессиональных знаниях и навыках, в том числе боевой подготовке. У них будет внутреннее соревнование по стрельбе. Будут стрелять из пистолета, и это будет один из тоже важных показателей при отборе победительницы. Она должна быть не только красивой, но и смелой, уверенной в себе и профессионально очень подготовленной. Женщина всегда остается женщиной. Эту мысль подтверждают подобные конкурсы. А кто из участниц «Мисс Полиция 2016» проявит себя лучше остальных, станет известно 6 ноября.